и премудрости Божией. К сожалению, средств на восстановление храмов республика пока не находит. Зато нашли деньги, чтобы переселить свияжцев из ветхих коммуналок в новое комфортабельное жилье. Классический пример. Вот такая двухэтажка рассчитана на 4 квартиры. Рядом двухэтажный дом на 8 семей. Всего в Свияжске 19. Построек расселили 83 семьи. На противоположном холме еще два сельских поселения. Слободка-Веденская и Петропавловская. Израиль, Помычки.